Всех с новогодними праздниками. Хочу порекомендовать книжку «Классовая борьба», автор Михаил Васильевич Попов. Книжка вышла в 2018 году. Поскольку классовая борьба будет продолжаться до полной победы коммунизма, до полного уничтожения классов, до тех пор она останется актуальной. Книга состоит из трех разделов. Экономическая борьба, политическая борьба, идеологическая борьба. Это все моменты классовой борьбы. В разделе об экономической борьбе рассказывается о забастовках, об опыте проведения забастовок, о создании профсоюза, о прогрессивном коллективном договоре, чтобы условия колдоговора действительно облегчали и улучшали условия работников, чтобы работники были более защищены. Ну, например, невозможность уволить работника без разрешения профсоюза. В разделе о политической борьбе разъясняется, что же такое политика. Упоминается такое буржуазное явление, как плюрализм мнений, когда истина соседствует с ложью. Раскрывается содержание политической борьбы, а также неразрешимые противоречия в буржуазной политике. Выдвигаются политические требования рабочего класса, такие как повышение уровня реального содержания заработной платы и сокращение рабочего дня. В разделе о идеологической борьбе раскрывается понятие идеологии, какую идеологическую борьбу ведет буржуазия как реакционный класс, на что опирается. Опирается в том числе на религию, а идеологическая борьба рабочего класса, в свою очередь, опирается на науку, на марксизм и ленинизм. Книга написана простым, доступным языком для широкого круга читателей, для всех, кто хочет разбираться в происходящем и постепенно улучшать свои условия труда на предприятии. Книжка небольшая, всего 207 страниц, написана легко. Книгу можно получить на занятиях по диалектике, которые проводятся кружком «Приморские марксисты». Адрес и время проведения занятий будут указаны в описании под роликом.